Темпы политической жизни, набранные в большинстве стран Восточной Европы в конце прошлого года, были характерны для первой недели года нового. По-прежнему всеобщее внимание привлекала Румыния. Начало января там прошло более или менее спокойно. Бдительность, впрочем, еще нужна. Не все террористы пока арестованы, и поэтому не исключено появление новых очагов сопротивления. Но в бытовом понимании жизнь постепенно входит в нормальное русло, а вот политическое становится все более активным. Издан декрет, гарантирующий создание многопартийной системы. Идет процесс формирования и самих партий. Их уже около 10. Официально легализовано проведение митингов и собраний. Объявлено об отмене в стране смертной казни, об амнистии всех политических заключенных, осужденных после 1947 года. Вновь созданный исполком Фронта национального спасения Румынии обсудил проект нового избирательного закона. Первые демократические выборы планируются пока на апрель. Обсуждался и проект новой конституции. Думаю, что все румыны довольны известием о введении 5-дневной рабочей недели. В соседней Болгарии политическая обстановка в первые дни нового года осложнилась. В ряде городов, в том числе и в Софии, состоялись массовые митинги как в поддержку, так и против недавнего решения болгарского руководства об обеспечении прав религиозных и этнических меньшинств. Прежде всего это касается этнических турок. Руководство страны призвало к спокойствию и примирению, осудив все проявления национализма, шовинизма и исламского фундаментализма. Однако страсти пока кипят. Чехословакия. В первый день Нового года президент Вацлав Гавел объявил о крупнейшей за 40 лет амнистии, которая коснется 75% всех заключенных. Свою первую поездку за рубеж Гавел совершил во вторник. В переговорах в Берлине было отмечено, что ГДР и Чехословакия выступают за создание общеевропейского дома, а безопасность и сотрудничество на континенте должны быть основаны на принципе стабильности границ. Из ГДР Гавел направляется в ФРГ. Там обсуждались вопросы облегчения контактов между людьми, экономической ситуации, проблемы экологии и культуры. На этой неделе Гавел столкнулся и с первой критикой в свой адрес. Многие в Чехословакии негативно отреагировали на его замечания о возможности принести извинения судетским немцам за их выселение из Чехословакии после Второй мировой войны. А 64-летний Мирослав Клен в качестве протеста даже провел в Праге публичную голодовку. В стране еще жива в памяти гитлеровская оккупация. О печальном прошлом напомнили и участники массовой антифашистской манифестации в столице ГДР. В ней участвовали свыше 250 тысяч человек, представители всех ведущих партий и общественных организаций страны. Поводом для манифестации послужило недавнее осквернение монумента советскому воину-освободителю в Трептов парке, а также подобные акты вандализма, совершенные в других городах ГДР. Еще из ГДР поступила и такая информация. По требованию чрезвычайного съезда Социалистической единой партии Германии, партии демократического социализма, началась решительная ломка старых структур партии. Реорганизуется и сокращается аппарат, уменьшаются затраты на него. Снижена зарплата руководящим партийным работникам. Резко ограничено число персональных автомобилей для них. Ликвидируются другие привилегии. Закрыта, например, спецстоловая, в которой питались члены Политбюро. Продолжается и расследование злоупотреблений властью, коррупции и личного обогащения бывших руководителей СЕПГ. Польша. Здесь на этой неделе на первом плане были финансово-экономические проблемы. Объявлено об очередной девальвации злотого, на этот раз почти на треть. Повышено в среднем на 400% плата за электричество, отопление, газ, воду. В 7 раз подорожал уголь, почти вдвое бензин. И скоро придется в 2 с лишним раза больше платить за проезд в общественном транспорте. Эти меры осуществляются в рамках программы оздоровления экономики, разработанной по рекомендации Международного валютного фонда. Интерес Польши к экономическим организациям Запада очевиден. Тем не менее, Польша не разделяет предложение о роспуске Совета экономической взаимопомощи. Такое предложение сделал министр финансов Чехословакии Клаус во время однодневного визита в Варшаву. После того, как это предложение было опубликовано в прессе, Клаус, однако, пояснил, что он говорил не о немедленном роспуске СЭФ, а о невозможности существования этой организации в ее нынешнем виде. В Венгрии, как и в Польше, экономические проблемы сейчас на первом месте, тут растут цены. В четверг, например, официально объявлено, что с понедельника
завтрашнего дня подорожают на 30-40% мяса и мясопродукты. Это результат сокращения госдотаций на продукты питания. Намечено закрыть многие нерентабельные предприятия, ну а их работники, возможно, вынуждены будут направиться на биржу труда. По предварительным подсчетам, число безработных в ближайшее время достигнет в Венгрии 50-60 тысяч. А это Албания. Телесюжеты из этой страны редки на наших экранах. Приходится довольствоваться съемками зарубежных корреспондентов обычно, так как ни посольства Советского Союза, ни Курпунта в Албании нет. Высший албанский руководитель партии государства Рамис Илия заявил по случаю Нового года, что генеральный курс албанской партии труда является правильным и будет продолжен впредь. Если Албания все еще продолжает оставаться в большой степени самоизоляцией, то новая Румыния активно развивает свои международные связи. Сюда идет не только экономическая и материальная помощь из разных стран, но и приезжают видные политические деятели. Событием этой недели стал и визит Эдуарда Амбросевича Шеварнадзе в Бухарест. Добрый вечер. Хочу вам представить гражданина Румынии. Кстати говоря, это первый гражданин Румынии, которого я вижу, так сказать, живьем в студии, а не на экране телевизора после тех бурных событий, которые недавно произошли в этой стране. И очень приятно, что это мой давний знакомый, корреспондент румынского телевидения Александр Штарк. Добрый вечер. Я приехал в Москву делать интервью с министром иностранных дел Советского Союза Шеварнадзе, с советскими людьми, спрашивать их насчет их отношения о революции в Румынии. Для нас всех самое главное сейчас – это революция. Революция, которая освободила Румынию, которая освободила наши умы и которая освободила наши сердца, и которая освободила нашу жизнь. Прошу прощения, пожалуйста, за голос. Я принес фильм, правда, он большой, 20-минутный. Фильм, который сделал во время революции группа смелых парней под руководством одного моего хорошего друга. Его имя нужно, чтобы знали. Адриан Сырбу. Этот фильм... Первых минут революции, первых часов революции, первых часов надежд, первых часов действий. Ну, давай посмотрим фрагмент этого фильма. Thank you.
Паша, я вот что хотел сказать. Я, откровенно говоря, когда увидел кадры казни Чаушеску, особенно когда почитал ту небольшой кусок стенограммы, который был опубликован в наших газетах, суда на Чаушеску, я представил себе, какая огромная кровь польется сейчас, уже после революции, вот с введением этих трибуналов и так далее. Я, откровенно говоря, очень обрадовался, когда узнал, что у вас в стране законом отменили смертную казнь. Один из первых законов был закон об отмене смертной казни. Революция не хочет делать то, что то и так, как делали раньше. Революция сделана для того, чтобы была хорошая жизнь, а не для того, чтобы убить людей, так, как убил режим Чаушеску. И не только этот закон принимали. У нас принимали очень много хороших законов, я сейчас не буду перечислять, но главный суть этих законов – это все должно быть для народа с первого момента, без всяких разговоров, без всяких обсуждений, что нужно ли народу, не нужно. Все, что хорошее, нужно народу. Ну, революцию сделать – это одно, а выстроить экономику, которая строилась у вас в тоталитарном государстве и строилась по жесточайшей административно-командной системе, перестроить ее, сделать эффективной – это все-таки другое. Я не специалист по экономике, но я вам скажу вот что. Когда есть надежда, когда есть желание, это желание всего нашего народа, я уверен, что все это дает силы, чтобы делать именно самое трудное, чтобы делать, что это самое трудное, трудное было превратимо в жизнь, чтобы осуществить взгляд. А то для чего революция? В нашей стране, говорил Николай Чаушеску, не должно быть богатых и бедных. Мы стремимся к равенству и благополучию всех. Почти четверть века осуществлял он эту идею. Золотая эпоха Чаушеску. Эти слова, которыми сам казненный диктатор без лишней скромности характеризовал долгие годы своего правления, безраздельного властвования в Румынии. Здесь, вот здесь, на его вилле, приобретают, пожалуй, буквальный смысл. Здесь собраны несметные богатства, собраны уникальные золотые предметы, собраны картины лучших румынских художников, старинные гобелены и многое-многое другое собрано со всех концов Румынии, привезено сюда из многих стран мира. И все сосредоточено здесь, чтобы радовать глаз одного человека. Но теперь все эти несметные богатства принадлежат законному хозяину, румынскому народу. Наверное, любая вещь из этого дома достойна быть в коллекции музея. Но как оценить стоимость такой коллекции? Как посчитать голодные рты и нетопленные квартиры? Лишение, унижение миллионов румынских мужчин и женщин в золотую эпоху Чаушеску. Мы сейчас с вами на одной из великих строек все той же золотой эпохи Чаушеску. Это новый центр Бухареста с весьма претенциозным названием «Бульвар Победы Социализма». Протяженность этого бульвара около 4 километров, а ширина почти 100 метров. Здесь вот сейчас, на этот час, пустует почти 15 тысяч прекрасно комфортабельных квартир, которые предназначались для людей, наиболее верных режиму. А заселить их планировалось вместе с открытием великого здания, как здесь называлось, Дома Республики. Египетские фараоны строили для себя пирамиды. Николая и Елена Чаушеску хотели иметь подобные памятники при жизни. Дом Республики воздвигнут на специально насыпанном холме, который стал самой высокой точкой Бухареста. Сюда, в его дом, предстояло переехать ЦК РКП, Госсовету, Великому национальному собранию, словом, всем подчиненным. Вот, например, будущий кабинет генсека РКП. Площадь 280 квадратных метров. Каждая люстра потребляет в час 85 киловатт. Это в два раза больше, чем полагалось по закону четырем городским квартирам в месяц.
Кабинет Елены Чаушеску. Немного скромнее, на 3 люстры. Но и здесь предусмотрены все удобства для размышления о благе народа. А этот зал, размером с футбольное поле, предназначался для приемов и подписания документов. Конечно, исторических. Диктатор не разбирался в чертежах, не любил макеты. Он принимал готовую работу. А если что-то не нравилось, заставлял переделывать. 2-3 раза в месяц приезжал он сюда проверять, как идет великая стройка. Последний раз он был здесь 16 декабря, за несколько дней до свержения, суда и казни. Что будет теперь с этой пирамидой Чаушеску? Совет фронта национального спасения решил приостановить строительство, провести экономическую экспертизу, а пока направить все денежные средства на восстановление зданий, разрушенных в дни боев за свободу. Пустующие квартиры на этом бульваре займут действительно достойные люди, участники декабрьского восстания и те, кто потерял в нем своих близких. Что же касается названия бывшего бульвара «Победы социализма», то народ дал ему пока что такое имя – «Жос тирану, долой тирана». Теперь о нашей экономике. Есть такая восточная поговорка: когда караван поворачивает обратно, хромой верблюд начинает бежать впереди. Неизвестно пока, поворачивает ли обратно караван нашей экономики всей. Судя по программе ее оздоровления, предложенной правительством и с таким скрипом, принятой депутатами на втором съезде, ну, не то чтобы он поворачивает, а приостановился вроде бы, пока проводники и погонщики так оглядывают горизонт. Но то, что финансовые органы ринулись вспять и продолжали в течение первой недели года вытаптывать редкие, как трава в пустыне, ростки радикальной реформы, такие факты у нас есть. После прошлой нашей декабрьской передачи, где пытались мы, если помните, защитить Красноярский дрожжевой завод от посягательств на первую его за долгие годы прибыль, знаете, как поступило Министерство финансов? В лице заместителя министра Панского приказало изъять средства и у других таких же заводов в Новосибирске, Томске, Ростове. Из Красноярска сообщение этой недели как военные сводки. Прокурор края вновь подтвердил незаконность изъятия денег. Группа народного контроля страны вылетела в Красноярск. Крайисполком поддержал интересы завода. А крайфинандел ни в какую. Ссылается все время на какое-то письмо заместителя министра. По всей стране шелестят бумажные войны. Такая закономерность, чем меньше товаров, тем больше всяких инструкций. Но давайте разберемся все же применительно к этому случаю в тактике Министерства финансов. С кем оно воюет и за что? Сейчас люди совершенно по-другому стали относиться к своей работе. Вот, вы знаете, если можно так выразиться, подкладывают прямо под каждую каплю дрожжей тряпочку, чтобы не было потерь. Есть у нас бельтинг такой, вот нарежут кусочки и ложат для того, чтобы не потерять никакую капельку дрожжей. Раньше же эти дрожжи просто выбрасывались, мусоросборник упал где-то на пол, понимаете, на полу растоптали, затоптали, никто на это не обращал никакого внимания. Сейчас, во-первых, экономят сырье, экономят электроэнергию. Вы сейчас у нас нигде не увидите, чтобы бежала вода, а раньше прямо потоки были везде. Постараюсь объяснить сейчас, почему именно про эти тряпочки выбрал я фрагмент из декабрьского нашего разговора. Производственный кооператив работает на государственном сырье. Выполняет государственный заказ. Продукцию реализует по государственным ценам строго. Из долгов вылез лишь потому, что появился дополнительный стимул. Со сверхплановой продукцией, выпущенной сверх госзаказа, не платили налог с оборота. Это единственное, что позволило подняться с колен, отказаться от государственной дотации и Новосибирскому заводу, реорганизованному в кооператив, и Томскому, и Ростовскому. Теперь Минфин говорит: забираю налог с оборота со всей продукции, и с плановой, и сверхплановой, раз вы работаете на государственном сырье. Но в том-то и суть, никаких дополнительных ресурсов, сверх того, что дается им для выполнения плана госзаказа, не получают государство эти заводы от государства. А где они берут? Экономят, в том числе и с помощью тряпочек. В этом неоднократно, кстати, убеждались разные контрольные органы, которые неделями сидели в цехах.
Плюс покупают в колхозах по прямым договорам. Ну, кому от этого стало хуже? Родине. Раньше она кормила эти предприятия, а теперь они начинают кормить ее. Гражданам. Они с боем добывали дрожжи еще год назад, а теперь позабыли, что был такой дефицит. Ну, а о ком нам еще горевать, если родина и граждане не в накладе? Если бы в нашем крае, в нашем городе, допустим, все пищевые предприятия сделали по нашему типу, то наш бы товарищ Шейнин не ломал голову, как накормить наш город молоком, хлебом, колбасой, мясом и прочим. Просто, мне кажется, мы бы через несколько месяцев насытили людей продуктами. И все бы эти деньги, которые имеются у людей, они бы отдали на продукты. На продукты, понимаете? Срочно наполнить рынок товарами. И срочно приостановить рост покупательной способности населения. Два главных пути борьбы с инфляцией, которые прослеживаются в правительственной программе. Ну хорошо, это стратегия. Здесь придержать, здесь приоткрыть. Но в тактике, применительно к одному предприятию, разве можно давить одновременно и на газ, и на тормоз? Разнесет ведь двигатель. И уже разносит. Красноярский завод 4 дня не работал. Коллектив постановил уволиться всем, если к 12 января не вернут изъятые 840 тысяч. Тоже будет, думаю, и на других заводах. Вопрос к Павлу Григорьевичу Буничу, члену-корреспонденту Академии наук. Вот покойный писатель и экономист наш известный Анатолий Аграновский вывел однажды такое определение – примитивный меркантилизм. Но съесть курицу, которая несет золотые яйца, разорить перспективное предприятие ради сиюминутной выгоды. Как вы думаете, вот в действиях Минфина, вот в этом случае, именно он прослеживается, этот меркантилизм? Я помню это высказывание. Это значит, его можно так перевести примерно так, что один способ быть таким хозяйственником – сэкономить полкопейки, не истратив их. Другой способ – истратить копейку, получить две, но при этом рисковать. Была вообще надежда на то в самое последнее время, что новое Министерство финансов будет новым. И я бы сказал, что меры, которые оно проводит, это все-таки меры, как можно больше забрать от предприятий средств, а не меры, как можно больше простимулировать предприятия, чтобы было потом что забирать. Ну что ж, спасибо. Мы вернемся еще к разговору о нашей экономике в начале 90-го года. А теперь продолжим передачу. Теперь по поводу эксперимента со сломанными часами, который провели мы в прошлой передаче 24 декабря с помощью лондонского экстрасенса, вы помните, Ури Геллера. Судя по телеграммам и звонкам, часы пошли. Вот у меня на столе несколько тысяч этих телеграмм, но это, наверное, 20 или 30 часть того, что пришло. И тысячи были звонков. Есть случаи просто уникальные. Заработали каминные часы, пишет москвич Чернов. Значит, это тетино наследство. Часы на моей памяти никогда не ходили. А товарищ Чернов, между прочим, уже пенсионер. Есть случаи, люди не успели даже взять часы в руки, многие не успели даже достать их из шкафов и коробочек, а потом глянули, часы идут. Вот такие телеграммы. Поломанные часы пошли сразу, идут, но не тикают. Посохово, город Зерноград. Стоявший год часы пошли и перестали болеть зубы. Спасибо, Сытник, Тернополь. Часы, разбитые вдребезги, работают 13 часов. Всемирные маги, направьте свои силы на исцеление человеческих душ. Мариуполь, Грекова. В общем, тысячи и тысячи телеграмм, звонков и просьбы повторить эксперимент английского экстрасенса еще раз. Что мы и сделаем в конце нашей передачи. Так что приготовьте, пожалуйста, сломанные часы. Я считаю, что если был эксперимент в канун католического Рождества 24 декабря, почему нам не провести его после Рождества православного? А сейчас вновь о событиях этой недели в нашей стране и за рубежом. На этой неделе в новый этап вступила предвыборная кампания в Российской Федерации. Завершилось выдвижение кандидатов в местные республиканские органы власти. Начались регистрации и встречи кандидатов с избирателями. Такие встречи идут и на Украине, и в Беларуси, где, как и в России, выборы состоятся 4 марта. В Литве на этой неделе продолжалась дискуссия по решению съезда Компартии этой республики о ее самостоятельности по отношению к КПСС. Между тем в Москве состоялись встречи товарищей Горбачева, Медведева, Яковлева, Разумовского, секретарями и членами бюро ЦК Компартии Литвы и временного ЦК Компартии Литвы на платформе КПСС.
Первый секретарь ЦК самостоятельной компартии Литвы Бразаускас в интервью московскому радио сообщил, что поездка товарища Горбачева в Литву намечена на будущую неделю. А в Таллине в четверг после почти месячного перерыва продолжил работу пленум ЦК Компартии Эстонии. Первый секретарь ЦК Вайна Вялес сообщил, что в марте соберется очередной съезд эстонской компартии, которому предстоит выработать политический курс и утвердить статус партии. Вялес сказал, что путь к самостоятельности компартии Литвы не может служить прямым примером для эстонских коммунистов. Сложная ситуация сложилась на этой неделе на границе советского Азербайджана с Ираном. В результате массовых беспорядков там были разрушены пограничные вышки и знаки, нарушена сигнализация. Предпринимались попытки перехода границы. Погранвойска Ирана были приведены в боевую готовность и даже заняли оборону. Для выяснения подоплеки событий в Нахичеванскую автономную республику выехали ответственные работники из Москвы и Баку. «Не убий!» С призывом строго следовать этой библейской заповеди обратился в понедельник к верующим Папа Римский Иоанн Павел II. Выступая в Ватикане по случаю Дня мира, традиционно отмечаемого Римской католической церкви 1 января, он призвал покончить с любыми войнами, насилием, терроризмом, поставить незаконное оружие массового уничтожения. Жизнь каждого – это общая ценность для всех, подчеркнул Папа. С мыслью о мире, добре, терпимости, справедливости встречали Рождество Христово православные верующие в нашей стране. К сожалению, гуманистические идеалы христианства подчас так трудно воплощаются в жизнь, а библейские заветы нарушаются даже там, где они родились. В первый день Нового года на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа вновь была проведена всеобщая забастовка. И снова были репрессии израильских властей и новые жертвы. Выступления палестинцев на оккупированной территории продолжаются. Сдача американским властям генерала Мануэля Нарьега завершился, пожалуй, самый драматический эпизод американской интервенции в Панаме. Бывший командующий вооруженными силами Панамы доставлен в США в Майами для суда по обвинению в связях с наркомафией. Нарьега, однако, не признает законность суда над ним, поскольку считает себя политическим заключенным. Ну, как будут развиваться события дальше, покажет время. До 20 декабря прошлого года, до начала американской оккупации, генерала Мануэля Антонио Нарьегу называли самым сильным человеком Панамы. Он был главнокомандующим силами обороны, а за 5 дней до вторжения Национальная ассамблея назначила его главой панамского правительства. Почему же Панама, в частности генерал Нарьега, стали мишенью для нападок со стороны американской администрации? Вот как ответил мне на этот вопрос сам Нарьега 30 ноября. Sencillamente porque Panamá и моя персона спецификаменте. Просто потому, что Панама и лично я отказались выполнить просьбу президента Соединенных Штатов Америки, переданную нам адмиралом Джоном Пойндекстером. Просьба состояла в том, чтобы Панама стала базой, плацдармом для вторжения в Никарагуа. Что могли бы вы сказать, генерал, о вашем отношении к наркобизнесу и о всем, что с ним связано? Панама с 1970 года ведет борьбу с наркобизнесом. Еще с тех пор, когда США и не думали начинать такую борьбу. Мы оказались на пути перевозки наркотиков из Южной Америки, где они производятся, в Северную, где они потребляются, и стали невольной жертвой наркомафии. Уже тогда, в 70-х годах, мы первыми в Латинской Америке призывали вести борьбу с наркобизнесом. На панамском острове Контадора собирались представители Интерпола, чтобы разработать меры борьбы с незаконным распространением наркотиков. Более того, мы обнаружили на кораблях, проходивших по Панамскому каналу, большое количество этилового эфира, который используется для производства кокаина. Тогда уже мы подняли тревогу. Я хочу показать документы, в которых американские чиновники высоких рангов отмечали вклад Республики Панама в борьбу с наркобизнесом. Вот, например,
письмо, направленное на мое имя за подписью Фрэнсиса Мюллена, администратора из Управления по борьбе с наркотиками в США. Он пишет: «Ваши усилия по изъятию и уничтожению эфира помогут нанести удар по незаконному производству кокаина». Спрашивает, почему тогда генерал Нориега не осмелился сразу предстать перед судом и доказать свою невиновность, если он действительно не виноват? Может быть, из простого человеческого опасения за свою жизнь? Напомню, что его предшественник Омар Тарихас умер не своей смертью. Да и не случайно же, наверное, американцы обрушили сокрушительный огонь на генеральный штаб сил обороны Панамы, где, как они думали, находился Нориега. А ту pregunta? ¿Qué va a pasar de Panamá? Вы интересуетесь, что может стать с Панамой? Отвечу и на этот вопрос. Ее должны будут стереть с лица земли, чтобы она перестала существовать, и чтобы не стало панамцев. Унести всю по щепотке. Можно расстаться и с Панамским каналом. Пусть янки тоже унесут его, разберут по винтику. Панама все равно будет существовать. До принятия американским президентом решения о вторжении в Панаму оставалось 20 дней. Красивый, современный, залитый солнцем город Панама, на вид такой мирный и спокойный, ждал удара в любую минуту. Американские военные встречались здесь повсюду, ведь кто мог тогда угадать, когда именно прозвучит первый выстрел? Итак, американцы вошли в Панаму. Генерал Нориега сдался им, как вы знаете, в четверг, и предстанет перед судом. А вдруг не будет доказана его причастность к наркотикам? И как будет чувствовать тогда себя президент Буш? И будет ли он пытаться оказать давление на суд? Ведь как оправдать иначе вторжение в Панаму? Короче, будет ли праведным американский суд? А теперь о нашем суде. О разбирательстве, которое приобрело принципиальное значение. Речь пойдет о члене Демократического союза Сергея Кузнецове, который задержан в декабре 1988 года во время несанкционированного митинга в Свердловске и осужден районным судом на 3 года лишения свободы по статьям 130 «Клевета» и 191 «Прим» – «Сопротивление работникам милиции». Приговор этот, однако, вызвал такую бурную реакцию среди зарубежных и советских правозащитников, какой, ну, не было со времен застойных политических процессов. За что наказан Кузнецов? За уголовщину? Или за инакомыслие? Нет ли здесь политической подоплеки? Приговор обжалован. Итак, заседание судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда. Перед началом я взяла несколько интервью. Ваше мнение, почему это дело приобрело такой резонанс? Я считаю, что дело Кузнецова, ну, в какой-то степени отражает вот те демократические процессы, которые в настоящее время в нашей жизни имеют место. Люди стремятся, так сказать, реально убедиться в стиле и методах работы государственных органов, в частности, правоохранительных органов. Тот же вопрос адвокату. Я считаю, что по исходу данного дела можно будет судить и мировой общественности, и в нашей стране о ходе перестройки. Почему именно этот процесс? Этот процесс, поскольку он основан на осуществлении гражданином Кузнецовым прав и свобод, предусмотренных и гарантированных Конституцией. В суде первой инстанции дело Кузнецова рассматривалось в закрытом заседании, и большая часть процесса шла в отсутствие подсудимого. Мотивировка – своим поведением мешал судьям работать. Правомерность этих действий установит областной суд. А вот у общественного мнения, присоединяюсь к нему и я, эти решения вызвали самую отрицательную реакцию, независимо от того, разделяют ли люди политические взгляды члена ДС Кузнецова. На этот раз никаких запретов нет. В зале пресса, представители общественных движений. Общество «Мемориал» следит за делом, так называемым делом Кузнецова, очень давно, с самого начала. И мы считаем, что в данном деле нарушены права человека. Дело это, по выражению Андрея Дмитриевича Сахарова, липовое. И «Мемориал» в данном случае делает все для того, чтобы
восстановить справедливость и защитить права человека, данного человека, советского гражданина Сергея Кузнецова, независимо от его взглядов. Нет повторного вызова свидетелей, потерпевших. Законом для суда второй инстанции это разрешается. Не вызванный находящийся в больнице Кузнецов. Председательствующий пояснил, что это решение коллегии, и закон такое право тоже дает. Интересы осужденного представляют два адвоката. Здесь отмечу такой момент. Когда дело рассматривалось в районном суде, выбранный Кузнецовым адвокат Котов, вот он, в знак протеста покинул зал заседаний из-за того, что суд не удовлетворил его ходатайство. Коллегия адвокатов назначила другого защитника. И вот отрывок из ее речи. После ознакомления с материалом дела, я была уверена в том, что Кузнецов невиновен. Но также была уверена в том, что он будет осужден. Поскольку процесс перестройки еще не коснулся нашей третьей власти, власти судебной. А в данном случае это имеет самое существенное значение. Оба адвоката потребовали отмены приговора, прекращения дела за отсутствием, по их мнению, состава преступления. После выступления адвокатов прокурор попросил прервать заседание до понедельника, и коллегия это ходатайство удовлетворила. Поясните, пожалуйста, ваше решение. Мы удовлетворили просьбу прокурора предоставить ему возможность подготовиться к его выступлению по окончанию процесса, поскольку доводы адвоката Котова, для него некоторые из этих доводов прозвучали, видимо, новостью. Поэтому мы и объявили перерыв. Вы сейчас какое-либо давление на себя испытываете? С самого начала рассмотрения этого дела в областном суде мы никакого давления не испытываем. Мы тщательно проверим все материалы дела и в соответствии с законом и своей совестью примем решение. Мы находимся в здании полицейской академии города Сан-Франциско. Но пусть вас не вводит в заблуждение слово «академия». Ее выпускники – не высшие чины полиции, даже не офицеры. То, что здесь называют полицейской академией, мы называем проще – школой милиции. Но в отличие от школы, поступить в академию сложно. На 40 мест более 2000 заявлений. Как бы ни шутили здесь порой над полицией, престиж профессии достаточно высок. Я поступил, чтобы работать для общества, а кроме того, полицейским хорошо платят, им положены многие льготы. Многие курсанты из семей с невысоким доходом. Для них служба в полиции – это возможность подняться на новую социальную ступеньку. И, конечно же, при таком наплыве желающих, академия имеет возможность выбирать. Абитуриенты должны быть не моложе 20 лет. Они должны иметь рекомендации от соседей, знакомых, бывших нанимателей. Их прошлое должно быть безукоризненно с точки зрения уплаты налогов, долгов и, разумеется, уголовного кодекса. А кроме того, абитуриенты должны выдержать экзамен как доказательство их способности усвоить программу академии. Срок обучения в академии – 4,5 месяца. Типичный день начинается здесь в 8 часов утра и заканчивается в 5 часов вечера. И, кстати, не имеет ничего общего с хорошо известным в Америке киносериалом «Полицейская академия». Однако уже только одно упоминание этих фильмов неизменно вызывает раздражение у всех сотрудников полиции, от рядовых патрульных до высоких чинов городского управления. Впрочем, даже далекие от полиции люди тоже считают, что с этим киносериалом Голливуд шагнул через край. Правдиво в нем – разве то, что женщины в полицейской форме – обычная картина в Америке. Я всегда хотела помогать людям. Это захватывающая профессия. Но вам, возможно, придется иметь дело с преступниками, которые могут быть хорошо сложены. Я понимаю это и знаю, на какой риск иду. Но в академии мы получаем хорошую подготовку, а мое желание работать в полиции важнее всего остального, и я намерена этого добиваться. Я собираюсь патрулировать улицы и выполнять любую другую работу, которую выполняют мужчины. Число женщин среди курсантов колеблется. Порой достигает 30%. Бывший слабый пол сюда принимает на равных с мужчинами. Поровну делятся и все тяготы обучения, включая физическую подготовку или вот такой вид занятий – обыск. В реальной жизни все происходит гораздо быстрее, но в учебных условиях прежде всего отрабатывается тщательность обыска.
В любой складке одежды может быть спрятано оружие. Преподаватель оценивает каждое движение и особенно каждое слово курсанта. Здесь считают, что умение оказать психологическое воздействие часто избавляет от необходимости использовать оружие. Тем не менее, курсантов приучают постоянно носить на поясе пистолет, пусть пока только и деревянный. Кстати, в реальной жизни оружие применяется нечасто, и каждый случай влечет расследование обоснованности действий полицейского. Между тем, правовой стороне работы полиции в Академии уделяют особое внимание. Например, вопрос о правах задержанных имеет не только теоретическое, но и вполне практическое значение. Каждый год полицейскому управлению, расплачиваясь за ошибки своих сотрудников, приходится выплачивать значительные суммы компенсации гражданам, чьи права по решению суда оказались нарушены. Вот и сцена, которую вы видите, так курсанты сдают здесь экзамены, посвящена проверке правильного поведения представителя власти в конфликтной ситуации. В данном случае – семейном конфликте. К слову, эти роли исполняют профессиональные полицейские, которые после каждой сцены проводят разбор и выставляют оценки курсантам. А вот и совсем неожиданное. Будущие полицейские изучают этнические особенности Сан-Франциско. Чем, например, живут, какие проблемы пытаются решить жители, скажем, китайского или латиноамериканского квартала города. Знание особенностей каждого из районов – вопрос не только успешной борьбы с преступностью, это еще и вопрос политический. Удовлетворенность населения работой полиции может оказать влияние на исход выборов в органы городской власти, ибо в конечном счете вся полнота ответственности за действия полиции здесь возложена на мэра города. Павел Григорьевич, ну вы пришли к нам по сигналу тревоги, который вы объявили. Что вас так тревожит? Тревожит то, что на этот год из всей экономической реформы намечены только две вещи. Одна – это закон об аренде, другая – это Прибалтийские республики и их самостоятельность. В законе об аренде видится основным то, что через аренду должно возникнуть превращение государственной собственности в коллективную. То есть в собственность данного предприятия, в собственность данных работников. Они будут чувствовать, что они работают на себя и будут лучше работать и лучше жить. Когда закон принимали, я думал, что это самое трудное. Теперь я должен сказать, что это самое легкое. Потому что выяснилось три крупных препятствия. Первое препятствие – это Минфин. Имеется проект Минфина, как облагать, так сказать, какими платежами в бюджет облагать эти арендные предприятия. И по этому проекту они должны платить все то, что они платили и до этого, когда они не были арендными, и плюс еще арендную плату. Кто ж перейдет на аренду вообще? Я вообще был бы страшно удивлен, таких людей исследовать надо. Второе препятствие – это министерство. Вообще, когда мы делали этот закон, мы чувствовали, что если министерства будут, так сказать, арендодателями, то добра, так сказать, от них не ждать. Ведь когда последнее предприятие перейдет на аренду, последний стул исчезнет под министерским чиновником. И ясно, что это вопрос действительно жизни или смерти, быть или не быть. И тогда мы предусмотрели, что сдавать в аренду надо за не больше, чем 30 дней, чтобы не волынили. И тогда предусмотрели, что если волынят, то можно на них подать в государственный арбитраж, то есть в хозяйственный суд. И это уже началось. Я как начальник цеха пишу, прошу сдать мне в аренду. И да, можете написать неделю тому назад, да. Но мы убеждаемся, что голь на выдумке хитра. Так сказать, будущая министерская голь на выдумку сегодня хитра. Много способов изобрели. Один способ – это желание всячески расширить состав тех министерств, которые вообще не передаются на аренду. Мы сказали, что кое-что может не передаваться. Вот теперь мы получаем вместо этого кое-что очень многое. А какие же это министерства? Ну, конечно, какие-то министерства обороны, допустим, космос, фундаментальная наука, нормально. Но есть большие претензии со стороны машиностроительных министерств, я бы сказал, классической отрасли, которая должна переходить на аренду. Там всячески хотят сказать, вот это не надо, то не надо, железнодорожный транспорт, такое, сякое, пятое, десятое. Раз. Причем говорят министерские чиновники, да. А не говорят сами производственники. Да, а производственники – это как раз будет тогда еще одно препятствие. Производственники разные. Есть, вообще говоря, очень благоустроенные жирные коты. Такие бывают тоже у нас производственники. Такие крупные директора крупных предприятий, лауреаты, герои. И умеют сосать у бюджета, и умеют казаться самыми хорошими. Они боятся. Потому что стучать кулаком по столу, так сказать, один талант, а другой орган – это работать головой. И вот неизвестно, так сказать, есть ли у каждого человека замена одного таланта на другой. Поэтому их не уговоришь, что после того, как вы перейдете на аренду, вы будете еще лучше. Они говорят, мы хорошие, и хватит.
Значит, есть сопротивление со стороны руководителей, но есть сопротивление и со стороны вообще самих трудящихся. Кризис всегда рождает нигилизм. И экономический кризис рождает экономический нигилизм. То есть ни во что не верят. Вот сейчас человека и ничто души не потревожит, и ничто ее не бросит в дрожь. Очень, так сказать, критическую массу это явление начинает приобретать. Была кукуруза, были реки, будет аренда, будет еще что-то такое. И вообще все это одинаково бестолковщина как будто бы. И тут еще один момент. Боятся. Гарантий каких-то они не чувствуют. Ну что, перейдем, потом станем такими нежелательными людьми, как кооператоры. Но утрачен кредит доверия да. у государства. Ну, выход здесь все-таки такой, я бы сказал, в заключение, что если первые умные разберутся, перейдут, начнут работать, начнут зарабатывать, начнут, так сказать, показывать пример, начнут светить своим сердцем. И если мы покажем, как они хорошо живут, как они хорошо работают, чего они достигли. Это будет не меньше, чем Верховный Совет. Потому что если мы научимся уничтожать этот закон, то нет никакой гарантии, что не используем этот опыт и для остальных. Сейчас о человеке, который вышел из леса. Ну, нынче нас, согласитесь, мало уже чем можно удивить, когда наш корреспондент в Бресте Алексей Гурецкий сообщил, что снял такой репортаж. Я подумал, что он шутит. Ну вот уже и фотохроника ТАСС сообщила, и газеты. Впрочем, судите сами. Бывший крестьянин Иван Васильевич Бушко в родную деревню Бастынь Брестской области, можно сказать, возвращается из небытия. Более 40 лет он скрывался в лесах, спасаясь не то что появиться среди людей, но даже оставить следы своего пребывания на земле. Все от той прошлой жестокости. Участник войны с фашизмом, 25-летний Иван Бушко возвратился после победы в родное село при многих государственных наградах, среди которых и медаль за отвагу. Смелому на войне человеку хватило отваги, чтобы резко выступить против незаконных действий сотрудников тогдашнего МГБ. Те пригрозили суровым наказанием, и вот тогда он скрылся. Это его лесное жилище, где он прятался последнее время, потому что место пребывания постоянно менял. Лес и защищал, и кормил. Между прочим, огнестрельного оружия он не применял. Завел отшельник свою пчелопасеку из диких пчел, ставил силки на птицу, петли на зверя, примитивным способом, но всегда удачно рыбачил. И все же остается главный вопрос. Как же без общения все эти 42 года? Ведь еда едой, а одежда? Наконец, откуда, как? И мы обратили внимание, поразительная осведомленность о том, что происходит в стране. Иван Васильевич признается, да, были контакты. Особенно просил газеты. А вот кто передавал, молчит. Новый 1990 год Иван Васильевич встретил со своими земляками. Поселился в доме племянницы. Своей семьей 67-летний Иван Бушко так и не обзавелся. Когда вот так и в лесу, и без крыши, и на седьмом десятке, наверное же, болели? Нет, ни разу не болел. Значит, что-то придавало вам силы? Да, придавало. Правда. Ваша правда? Моя правда продавала мне все силы. Я не преступник. Я не скрывался там от правосудия за преступление, а я за правду. Иван Васильевич, почему же вы раньше не вышли из своего укрытия? Я не вышел, бо я никому не верю. Только я сегодня поверил Горбачеву. И только Горбачеву поверил. Вот оно, эхо страха. Нет, не зря так трудно, так мучительно даются нам новые отношения. Прошлое еще внутри нас. Я перепроверил вчера, позвонил в Брест. Корреспондент наш говорит, что во время общения с Бушко у него такое было чувство, что человек этот остался 25-летним по восприятию жизни в селе, в общении с другими людьми. В этом, по-моему, есть штрих достоверности. И если все это правда, судьба, ну, просто уникальна. 42 года никому зла не делал человек. Ну, и добра, конечно, не делал. И вот я подумал, если возьмется он сейчас и писать эти годы, что это будет? Заметки фенолога, скажем? Трудно даже представить, как может воспринимать такой человек сегодняшнюю жизнь, вернувшись из прошлого.
Но, быть может, так же, как мы пытаемся рассмотреть далекие смутные времена, о которых знаем лишь по работам историков и памятникам искусства. Два московских театра, «Большой» и имени Станиславского и Немировича Данченко, показали в эти дни премьеры опер «Глинки» и «Мусоргского». Показанный вариант Бориса Годунова никогда не шел на русской сцене. А вариант Ивана Сусанина, теперь опера называется, как и при Глинке, «Жизнь за царя», шел очень давно. В течение всех лет послереволюционных опера в своем оригинальном виде не шла никогда, ни разу и нигде. Говорят, что были попытки поставить оперу в первые годы после революции под названием «Жизнь за советы». Кто же отдавал «Жизнь за советы»? Опять же, Иван Сусанин? Ну, конечно, тоже еще. Александр Николаевич, я слышала, что у Глинки как раз в самом первом варианте опера называлась «Иван Сусанин». А вот вам лично какое название нравится больше? Вы знаете, мне нравится больше правдивый исторический смысл. Речь идет, не надо упрекать нас, постановщиков, в том, что мы, так сказать, как-то вызываем, призываем к монархизму. Но речь идет об обретении России государственности, вот так скажем, в лице избранного боярина на боярском сходе нового первого русского царя, кстати, первого из династии Романовых, Михаила Федоровича. В общем-то, опера воспевает героя, в центре герой, который, по большому счету, дает жизнь за отечество, за самопожертвование, за государство. Мы так долго спорили с Александром Николаевичем Лазаревым о названии оперы, потому что на миг мне показалось, будто только в этом и новое. Правда, новые декорации, новая постановка. Опера идет без единой музыкальной купюры, как говорится, от ноты до ноты, но принципиально новых поворотов в сюжете нет. Во всем блеске предстал так называемый польский акт Сусанина или «Жизни за царя». И сначала я пожалела, что в авторской редакции Бориса не увижу такого же блистательного действия с красавицей Мариной Мнишек, не величественной хоровой сцены в финале. Их просто нет в этой редакции. И подумала вот что. В нашем справедливом стремлении вернуть утраченное, не возвращаемся ли мы порой к черновику, отвергнутому потом и самим автором, и художественной практикой театра? Но ведь истинный, выстраданный композитором вариант Бориса Годунова отверг не автор. Его отвергло большинством голосов комиссия Мариинского театра, состоявшая в основном из администраторов, а не художников. В чем же суть первой редакции оперы? Кстати, она совсем не исключает присутствие на сцене и второй, хотя главный нравственный смысл в ней несколько размыт. В центре аскетически пустой сцены мы почти все время видим фигуру Бориса. Тень убиенного царевича является ему не в конце жизни, а преследует постоянно, с первой минуты восшествия на престол. Ясно, что таких душевных мук человек выдержать не может, а ведь это кровь всего одного царевича. Борис трагически одинок, и народ окружает его не для того, чтобы величать, а требовать хлеба. Нет, мне как зрителю и слушателю в итоге ничуть не помешало отсутствие спектаклей красавицы Мнишек, сверкающих фонтанов и даже большой народной сцены в финале. Опера, как и у Пушкина, кончается смертью Бориса. Но умер он другим человеком. Через покаяние к очищению души и возрождению. Итак, два возвращения. У нас сегодня вообще мода на возвращение. Но в каждом отдельном случае мы должны думать, для чего мы это делаем. Ищем истину или отдаем дань моде. На ваших экранах лучшая советская теннисистка, 18-летняя Наталья Зверева. Впервые первая на профессиональном турнире.
Сегодня Минченко прервала почти двухлетнюю серию своих неудач в 6 финалах, когда оставалась второй. Она уверенно и красиво, посмотрите, победила на кортах Брисбейна свою сверстницу, австралийскую теннисистку Рэйчел МакКуиллан 6-4-6-0. Теперь, вдохновленные ее успехом, мы еще энергичнее будем болеть за первую ракетку СССР, которой предстоит через неделю играть в открытом чемпионате Австралии в первом турнире «Большого шлема». Невероятно, но факт. Советская спортсменка Елена Баталова заняла 4-е место в лыжном балете, одной из разновидностей фристайла на очередном этапе Кубка мира в Монт-Габриэле. Об этом можно было только мечтать, ведь отечественный фристайл еще совсем юн. Закономерно победила здесь Конни Кислинг из Швейцарии. Фристайл. Дух захватывает, когда в Могуле выступают мастера. Фрагменты полуфинального матча СССР-Болгария на чемпионате мира среди юниоров в Абу-Даби. Наши сыграли собрано и четко и нанесли первое поражение отлично выступающей команде Болгарии. Сегодня решающий матч с бразильцами, и очень важно поверить в свои силы. Ведь сумели же наши волейболистки сборной СССР сегодня в Бремене, в ФРГ, обыграть самих кубинок, обладательниц Кубка мира в 4 партиях и завоевать главный приз. Ленинградка Юлия Антипова на очередном этапе Кубка мира по санному спорту заняла 3-е место. На трассе в Оберхофе ГДР успех сопутствовал хозяйкам турнира Кохлиш и Ридель, занявших 1-е и 2-е места. И в общем зачете впереди Кохлиш, Антипова идет 3-й. В этом заезде мужчин лучшим был тоже хозяин трассы, саночник из ГДР Рене Френдль. Вы видите его финиш. Гонка Париж-Дакар мчится уже в песках Нигера. Заблудились, бедные. Правая, левая, где страна, где Париж, где Дакар, гляди, не остаться бы на старте. А вот этому бедолаге не до шуток. Где бы достать запчастей? Ах уж эта техпомощь, даже в пустыне разыщет, ну прямо как наш автосервис. Гонка, гонка, скорости, километры, минуты. А что? Мир сегодня и в самом деле меняется по минутам, и спорт не исключение. Ну а теперь слово Ури Геллеру, волна популярности которого после декабрьской нашей передачи покатилась на странице газет. Вы приготовили сломанные часы? Ну а сейчас давайте сделаем эксперимент, о котором я вас попросил. Please translate every word. Да, я буду переводить все дословно. Although your watches are broken, хотя ваши часы сломаны, wind them up. Заведите их. Yes. And the clocks. И, так сказать, и заведите, если у вас с ключами. Put them они. In your hands. Возьмите их в руки. And now. For 30 seconds. И сейчас, и теперь, в течение 30 секунд, believe that your watches will start ticking. Поверьте в то, что ваши часы начнут тюкать, тикать. Say work. Скажите, работайте. Работайте, yes? Работайте. Работайте. Again, работайте. Скажите, работайте. And believe in it. И верьте в это. Верьте. And работайте. And now. Open your hands. И сейчас откройте свои руки. Is your watch working? Работают ваши часы? В интервью корреспонденту «Труда» Ури Геллер сказал: «Разумеется, это не моя энергия прошла сквозь телеэкраны в миллионы квартир. Я лишь сосредоточился и сказал, внушил людям, возьмите часы, вы можете сделать это сами. Я помог освободить их энергию. И часы пошли». Ну а у кого-то, если не пошли, то вы... Думаю, не следует расстраиваться. Вы высвободите эту энергию на что-то другое. У нас, знаете, столько кругом всего, на что требуется тратить энергию. В общем, успехов вам в жизни и в борьбе. До встречи.